Не так давно в Заурале сняли особый противопожарный режим. По состоянию на 13 февраля было зарегистрировано на 25 пожаров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост количества пожаров отмечался на территории Шадринска и 14 районов области. В текущем году произошло 320 пожаров, за аналогичный период прошлого года произошло 365 пожаров, то есть снижение на 12,3%. Что касается погибших, в текущем году 42 человека, за аналогичный период прошлого года 43 человека. Проводимый комплекс мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели на них людей, сейчас продолжается. Тем более, что вот-вот наступит весенний-летний пожароопасный период. Что касается весеннего половодья, то сотрудники МЧС в этом году не прогнозируют подъема воды. Максимальный уровень паводковых вод в городе Кургане прогнозируется на уровне 600 сантиметров. Хотелось бы отметить, что в 2013 году, то есть год назад, этот уровень составлял 373 сантиметра. Подчеркну, что выход на пойму в городе Кургане происходит при 650 сантиметрах. То есть примерно при такой же отметке у нас осуществляется перелив дороги на Курган-Увал. То есть в данном году, скажем так, нарушение дороги Курган-Увал не прогнозируется. Половодье этой весной будет продолжаться один месяц. Пики половодья ожидаются по реке Тобол с 20 апреля по 5 мая. Средняя дата прохождения максимального уровня в Кургане по прогнозу придется на 2 мая. Как сообщил начальник главного управления МЧС России по Курганской области Олег Рожков, все просчитано и подготовлено, исходя из наихудшего сценария развития событий и самой обширной картины затопления. Силы и средства региона готовы к реагированию на 100%. Михаил Белокрылов, Александр Киселев, информационное агентство «Курган.ру».